Народ, короче, салатик у меня взял в Пятерочке вот такую шляпу. Дядя Ваня, три сестры, гречка с грибами и торжка. Интерны, кто смотрел, тот вспомнит, что за торжок такой. Чувак там был из торжка, все время про него втирал. Короче, стоит такая фигня 154 рубля, но можно по акции там, если будет акция, рублей 114. Ну и, конечно же, мой супчик, который я вчера варил. Он просто люксовый, гороховый. Вот это куски мяса, это тушенка. Я добавил тушника. Он вообще кайфовый, такой ароматный. И вот так вот еще зеленушечки. Матушка роща. Поехали. Здорово, народ. Ну и шо? Супчик гороховый. Более как картофельный получается, много картошки. Да нормально. Он такой жиденький получился, потому что я всего две жминки и горошку туда. Ну, для тех, кому интересно. То бывают люди, получается у них прям не суп, а каша. Чуть-чуть гороху надо. Так что, всем приятного аппетита. Ой, блин, какой он вкусный. Вот, честно, положа руку на сердце. Укуснючий. Потому что варил я его с куриных спин, спины куриные, там самый сок, самый жир, спины, жопы куриные, хорошо отварил, вынаешь, вот, перед тем, как вынимать, можно уже горох кинуть, пусть варится подольше, это же горох, его долго варить надо. На 5-литровую кастрюлю, 5-6-литровую, ну, пару жменек там небольших, если хотите, чтобы жиденький был. Мясо сварилось, отбросили. Горох попробовали, сварился. Кидайте картошечку. Картошка сварилась, зажарку. У меня такой желтый получился, потому что я туда кинул 3 кубика глины бланки. Вот такая тема получается, прям вкуснючий. И вот все уже, когда закинул зажарку, кидаешь банку тушенки туда, хорошей тушенки. Блин, какой вкус, я вот прям вообще вот такого наваристого, жиденького, горяченького для желудка, самый вот люкс. И тушенку, в принципе, нормально там подогнали. Если еще подгонят, обзор как-нибудь сделаю. Если салатик с пахучим маслом, ароматным, вкус детства, ем без хлеба. Чтобы больше поместилось. Если с хлебом я бы сейчас ел бы, я бы не съел бы толком. И вот эту ж надо еще заточить. Тут ее сколько-то? 460 грамм. Короче, вот этот дядя Ваня. Вообще ни разу не реклама, просто решил попробовать. Мимо шел гречка с грибами. Ну, не знаю, ценник что-то, по-моему, дофига. А так, допустим, вот такие вот всякие консервы, банки, я просто обожаю. Вот сейчас вроде как научились делать. Раньше вообще такое г было. Не огурцы, не помидоры, закрутках. Магазинная фигня была. То ли дело домашнее, да? Нет, домашнее, оно и остается домашним. Это понятно. Особенно те, кто умеет. Эти люди волшебники, которые делают замечательные закрывашки. Просто. Ну, блин, вспомнил как-то с другом, короче. Он в подвале постоянно тусил, что-то там мастерил.
Пришел к нему, матушка открывает. Он в подвале. Ништяк, думаю. А там в подвале всякие закрывашки. А я вечно голодный. Естественно, полтораху пивчанского взял крепкого с собой. Спустился к нему. А у него этих закрывашек. Еще, блин, есть такие, которые лет по 10 уже стоят. Я говорю, а что ж вы это? Да мы каждый год, говорит, крутим, а толком не едим. Не знаю. Я увидел 3-литровый баллон клубника. Ну там как полукомпот, полусироп получается. Разбавлять надо. Я так захотел. Ну давай, говорит, открывай. И я, блин, и локтем бил, и так. Короче, как кое-как сбил крышку и откололся, короче, кусок стекла. Я руками лез, я уже синий, понятное дело. Порезал, распанахал пальцы, все в кровище, ё-моё. Сижу и ем эту клубнику весь в крови. Сам в слюне бухущий, бухущий, блин. Вот пиво этого. Ну, довольный, капец. Что-то он там тырым-пырым закончил свое дело. Я уже там четверть банки сожрал. И вот так. Я пиво допил, и вот баллон держу, выхожу. Вот так все в крови у меня. Руки в крови. Выхожу, люди за голову хватаются на улице. Матушка его увидела, вообще капец. Скорую вызвала, блин. Я давай туда сваливать с этой банкой. Он тоже. Она, я, блин, вас обоих сейчас ремнем. Мне было лет 17. Ой, салатик хороший. Побежали там знакомые девчонки, одна в обморок упала, короче. Когда пьяная, она ж кровь капец играет, походу. А я что-то, видимо, в пальцах задел такое, что кровища прям. А мне пофиг, я ни боли не чувствую, не замечаю, мне пофиг, я же синий. Залезли на дерево, там у нас клены смотрим со стороны. Скорая приехала, кипиш такой. Кто-то ментов вызвал. Ой, блин. Этот на измены как упал, очкует. Дружбан. Капец. Блин, что делать? Там еще менты с нас ходят, ищут. Ой, какие-то бабки соседские что-то там орут, кого-то убили, короче. Ой, блин, как вспомню. Так, знаете как, наверное, сейчас я его вскрою. Чпок. Тихо. Запах гречка. Сейчас я в микроволновочке. Прям в банке ж можно, да? Главное открыть ее. Не закрытую, а то как рванет. Чпок. Готово. Ну-ка, иди сюда. Майкл Джексон. Шабаш. Сейчас мы ее. Амстердам написано. I love Amsterdam. Зачмаренная эта, она грязная, надо стирать. Сейчас. О, масло сколько сверху. О, тут еще горошек внутри, прикиньте. Морковочка, лучок, грибочки. Вот так вот. Такая пайка. Нормально. Видите, вон что там как. Ну-ка. Ну, прям масляное масло много.
Вкусно. Сладковато. Но нормально. Да ништяк. Не супер люкс, но пойдет. Ну для такой цены супер люкс должна быть. Нифига себе, 154 рубля вышел. А так, в принципе, здоровая еда. С собой в дорогу, в поезд можно взять. Помимо бичей всяких можно такую взять. Я думал, шляпа будет. Не, нормально. Хорошо, что горошек здесь, а не кукуруза. Потому что что-то кукуруза везде пихают, действительно. Грибов, конечно, не очень, но они же ужариваются, вариваются. Не очень много, я имею в виду. Перец сладкий здесь, и грибы шампиньоны, короче. Ой, это ароматное масло вообще прям душу греет. В детстве ненавидел, сейчас прям и душу греет. Вообще с каждым годом как-то все по-другому смотришь на какие-то вещи. Стареешь, мудреешь, стареешь или тупеешь. Фиг его знает. В общем и целом, когда 16-17 лет, все как-то более ярче, что ли. Мне было 8-9 лет. Я обожал конфеты сладкое. И фиг вот у меня там где-то что-то какие-то конфеты там в ящике килограмм полтора, наверное, каких-то еще. Всяких разных. Лежит, я забыл про них. Если фиг там бы я про них забыл. Ой, вы знаете, довольно-таки неплохо. Обед-то. Минералочка, сейчас все это дело шлифанем. Будет люкс. Вот такой вот обжорчик. В принципе, пойдет, но чутка масла, что там прям, не знаю, мне кажется, обольщанули. Всем большое спасибо, огромное спасибо за то, что подписываетесь, за то, что смотрите. Я прям вот честно, от души спасибо. Ваше здоровье. Ништяк. Вкусно, полезно, по-домашнему. По-домашнему мой супчик, я имею в виду. Всех обнял. До новых встреч. И не переживайте вы ни за что.